Сохос. Как бы это все не лопнуло. Странно. Ха. Нихуя себе. Понятно. Что делать? Прилипло. Не знаю, удастся ли обратно закрутить. О. Вот. Шарики-то. А тут запасной. Же как пластилин. Ёпта. Как пластилин. Мне кажется, мне нужно шарик просто натягивать на этот, не стягивать его, будет надежнее. Ну-ка, сейчас попробуем. Вот один шарик тут, но он уже старый. Сейчас попробуем на этот прямо, на остатки этого намотать и примотать.
Ого. Так, похоже, что он тут где-то рвали, что ли. Как вот это тут замотать? Это, конечно, с моими уже сложно, с моими возможностями старости. Как это тут сделать? Так вот, петлю. Петлю и надеть через петлю. Так. Вот так вот. Ну-ка попробуем. Так нормально. Так. Теперь вот эта вот штучка, крышечка. Непонятно. О, вроде ставится. Ну-ка сейчас попробуем. Кажется, нужно только два по диагонали. Не нужно все четыре заворачивать. Как это глупо. О. Раз. И два по диагонали. Вошла, не вошла. О, теперь вошла. О. Ну да, потом проще будет отколупывать, открывать. Если только две по диагонали, это вполне достаточно, чтобы был эффект. Во.
Ого. Здесь 1977-2011. То есть коробка сделана в 2011. Почему-то она уперлась, что ли, там. А, вот. Чуть-чуть идет, звучит. Еле-еле. Писк. Шип и писк. Да, странно. Шип и писк. А, вот. Вдруг пошла. То есть такие непредсказуемые эффекты. Да, это неровный, неровный. Почему это непонятно? Шарик какой-то, какой-то другой, видимо. Другой шарик. Хорошо, что я хоть не на 4 завернул.